Махачкалинцам мы рассказали об опасности электросамокатов в преддверии майских праздников и летних каникул. По словам сотрудников госавтоинспекции, индивидуальные средства передвижения, такие как роликовые коньки, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, моноколеса, развивают значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления. К тому же, почти все пользователи устройств, выезжая на проезжую часть, не используют защитную экипировку. При этом, с точки зрения правил дорожного движения, передвигающийся на средствах индивидуальной мобильности считается пешеходом и подчиняется правилам для пешеходов. В основном несовершеннолетние дети, которые управляют электросамокатами и скутерами, передвигаются по проезжей части, а также по пешеходным зонам, создают условия для опасности пешеходов, также и для своей опасности. Поэтому госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, обращается к родителям, взрослым, а также к самим детям, чтобы во избежание несчастных случаев, а также попадания в дорожно-транспортное происшествие, не выезжали на этих скутерах, электросамокатах на проезжую часть, соблюдали правила дорожного движения, были аккуратны и внимательны и берегли свою жизнь и здоровье. Обращаюсь к вам, уважаемые родители, доведите информацию, правил дорожного движения до своих детей о том, чтобы они при передвижении на таких аналогичных средствах передвижения соблюдали правила дорожного движения. Нам надо беречь наших детей –